В минувшую субботу состоялось одно из главных футбольных событий года – финальные матчи Кубка Одинцовского городского округа Московской области по футболу среди любительских мужских команд. В матче за третье место сошлись команды ФК «Олимп» и сборная «Горки». Депутат Одинцовского городского округа Московской области Максим Ганин вместе со всеми зрителями наблюдал за напряженной игрой. Сыграли уже матч за третье место, ФК «Олимп» победил в упорной борьбе со счетом 4-3. По ходу матча проигрывали 3-1, но сумели переломить. Первую игру на нашем родном стадионе, на обновленном стадионе. А вот в финальном матче за кубок боролись мужские команды футбольных клубов «Арбат» или «Кино». Игра была очень зрелищной, болельщики успели изрядно понервничать. Удаление вратаря клуба «Арбат», падение спортсменов, пенальти, одной из которых на 90-й минуте матча блистательно отразил полевой игрок стоявших на воротах «Арбата» Юрий Свиридов, стало решающим этапом матча. После завершения матча состоялось торжественное награждение всех команд. Следующие игры болельщики увидят уже в новом 2020 году, а пока начинается чемпионат по мини-футболу среди мужских команд и команд ветеранов. Все желающие могут подать заявку на участие. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».